Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Собинова прошел концерт архиерейского мужского хора, приуроченный к празднованию Дней славянской письменности и культуры. Вначале было слово. Так называлась концертная программа, с которой выступил архиерейский мужской хор под управлением регента Александра Занорина 22 мая. Прозвучали хоровые концерты Дмитрия Бортнянского «Придите, воспоим люди» и «Тебе, Бога, хвалим». Херувимская песня Анатолия Лядова, великое словословие Павла Чеснокова, кондакт святителю Николаю Николая Голованова, три стихиры Георгия Свиридова. А это хор мальчиков музыкально-эстетического лицея под управлением Галины Ботовой. Хор исполняет пасхальный канон византийского напева. На сцене звучит эрмоз девятой песни канона Великой Субботы «Не рыдай меня, Мати». Это умилительная песня, в которой Господь наш Иисус Христос увещевает Пресвятую Богородицу не скорбеть о Его смерти. В концерте прозвучала русская народная песня «Вниз по матушке Волги» в обработке Александра Свешникова, «Амурские волны» композитора Макса Кюсса и стихиры Пасхи знаменного распева в изложении Бориса Литковского.